перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Хуюлик. Здорово, Пашок. Здорово. Ты что там, какаешь? Что делаешь? Я сейчас это, собираться буду потихо. Надо выходить из дома. Когда заедешь? Ты что, дома? Да. Заебись. Топ-эфир, как Паша какает. Че, я заеду скоро, но вот с этим Петровичем. С этим вот Петровичем. Окей? С кем? Да ты куришь мой, ёпта, пройдоха, нахуй. Скейтер, блядь, бой. А мне бы хуй устарил, с кем-то зайдёшь, хоть, блядь, хоть с Ван-Ваном, ёпта. Не, с Ван-Ваном ебать пизду, ты чё? Нихуя ты молодой теперь, побрился, смотрю. Да, посырал только что. Вообще, от души. Люблю комфортно в тапочках покакать, покурить. Да. Под песней тупака поплакать. Короче, братан, это, я скоро собираюсь и бегу. Набегу. Куда? На студию? Чё? На студию? А, не, ну там за делишками и потом на район сюда, обратно. Ну минутку-то, ёпт. Конечно, конечно, как и обещались. Смотри. Всё, давай, братан. Давай. Давай. Короче, ёпта, подписывайтесь, слушайте музыку нормальную. Обнял, нахуй. Аглы, ёпты, нахуй. Давайте подрочите на свои рты с моченым хуем, ёпта. У меня трансляция серьезная, идет стрим, ёпта, блядь. Программы, блядь, Залупенца против Майя, блядь. Апрель, май. Скоро играю на ваших ёбаных сандалях. Ребят, вы комики, ёпки. Заёбанные комики, блядь.
Вас вообще когда-нибудь ебали? Хотя бы знаете же? Вас хотя бы ебали, вы хотя бы знаете, что такое, когда ебали в жопу? Тоже меня устроили тут, блядь. Щекотливые дрозды, блядь. Здравствуй. Привет, Сергей, как дела? Да твоими молитвами, старый, жив-здоров. Ты, смотрю, тут все ругаешься. Да, что, едем сегодня? Поехали. В баньку. Топиться? Ебстись. Ебстись, так это я всегда за. Во сколько? Раскольников тоже будет. Он петь будет. Я, этот, ты меня веничком побьешь по спине? Нет, эту услугу там шнырь есть специальный за 2000. Ну, раскол поет, ты меня веником бьешь. Господи, да я в раю побываю. А потом сделаем фотокарточку в юбке. На память. 10 на 12. Фотография. Фотографию, где этот самый... Ну, ты понял. Ну, да. Тут все ясно. Вполне. Где Селиверстов, ёпта. Подмой себя, подмой. Говорит тебе пророк Санбой. Санбой. Ты чё? А это между белых берез. Не, это не самый вот топ. Вот подмой себя, подмой, мне прям вообще вот зашло от души. А мне сейчас в жопу зашло от души. Ну, это бывает, да. К сожалению, никто не застрахован от этого. Я сейчас на улицу пойду, короче. За пивандрием? Пиздец, короче. У тебя это? Забив? Просмотр? Просмотр? А? Просмотр, говорю? Да, да, у нас уже забив. Вон наши стоят. Никто не слился? Ну, они в оранжевых этих, ёпты, робах. Куда они съебутся? Ну, в масках, да, и в оранжевых робах. Понятно. Да не, нормальные вроде. Состав такой нормальный. Бойцы. Ты сейчас своей рукой сломанный, как махнешь, там все разлетятся. Там ебать, да, вообще там. Такие люди. Ой, блин. Ты бакенбарды сбрил? Да меня всего сбрили, блядь. Ничего себе ты, как этот. В барбершоп ходил, небось? Я в кадетство ходил. Куда собираешься? Да думаю пойти куда-нибудь. Прогуляться? С паем? Да, пая надо выгулять, блядь. Я Монику возьму. И будем их сводить. Где? На улице. Где у тебя забив? В районе, блядь, Пилюлина, ёпты. В районе Пилюлина. Смотри. Ну и чё сейчас, погоди, там тоже, он просто сейчас у меня этот, на пилинге был. А, он у тебя красивый? Ну да, вот он, смотри. Он просто трубку не умеет брать руками. Ну, бля, у меня такая же. Сейчас, погоди минуту. Пусть они хоть увидят друг друга. Они же все-таки любовники. Сюда смотри. Он смотрит, он ищет. Сука. Пай. Смотри, кто пришел. Твоя подруга. Пай, ну что ты еблом вертишь? Она, между прочим, на тебя смотрит. Он... Короче, стесняшка, пай стесняшка. Он стесняется, пай. Ну, он застенчивый. Он кавалерничать не умеет, как ты, Павел. Да. Пизда. Что там, пиздатые треки записали, наверное. Тебе? Кому? Я не расслышал, что ты сказал просто. А что у тебя этот линяет?
Да пиздец, у меня вся кровать, все кофты, все в этой шерсти. Хоть Настя ее и чешет постоянно. Ну что-то вообще нихера. Ты волосы собираешь, сделаешь, короче, себе, блядь, пояс, ёпта, из собачьей шерсти. Парик лучше. Меня больше раздражает, что у нее на жопе отросло все, а Настя запрещает ее стричь. И она когда гадит, у нее кусочек говна прилипает, она просто начинает кататься. Кайф. И это называется котях. Баребуха это называется, катушками, блядь. Называется, это надо помыть просто. Да нет, так нормально. Так-то все нормально. Когда потом идешь такой с утра, братан, и вот прям голый пяточкой прям в кокей наступаешь, очень приятно тебе становится. А напоминает чем-то, как будто в ногу, да, в такую? В напоминает то. Напоминает. Ну такой, да, с привкусом, с небольшим. Да, да. Ты что, челишь, смотри? Да я сейчас пойду на улицу с паем гулять. Красиво. Красиво живешь. Красиво жить не запретишь. Я живу красиво. Я живу достойно. Роскошно. Мне даже хорошую рубашку одеть можно. Поломкин, это вообще топчик. Бля, если бы сказал, мне даже хуёвую рубашку одеть можно. Было бы гораздо пиздачей, блядь. Он там снял это видео. Оно. Его никто еще не переплюнет никогда. А как тебе мой ты кашель 69? А, ну я видел, да. Не, ну это старый, у тебя повышаешь планку, ее не переплюнуть уже никому. А как тебя сейчас, лил Паш Тех, или как тебя там сейчас величают? Да нет, я остался Паш Техник, это типа YPT, Ян Паш Техник. Он из города Чикаго. Чикаго Буллс. Он по-английски хуярит только, но по-русски тоже может. Красиво, красиво. Не, видосы мне понравились, хорошо. На такую стилистику музыки не придумал еще, точнее, не решил перейти. Как я сделал. Че еще раз? Я же сделал музыку. Не, ну это я слышал. Такой. Как это назвать, стиль этот? Клауд, хуя. Да не, я сделал этот бит. А, ты сам сделал его? Да, Оззи Осборн еще за него заплатил 1,5 кэса. Нихуя. А на авторские биты пишешься? Собственного сочинения? Красиво, да. Красиво. Ой. Я сейчас, знаешь, что-то подзаебало. Вот. Не с экрана. Плохо так делать, да? Да не, нормально. Можно еще и другими местами. Ну, блин, потом... Боюсь, я начну блог записывать на Ютубе, если я с собакой сейчас что-нибудь сделаю. А что, кстати, нормально? Сегодня я терри-терри-терри. Подбос, да? Терри-терри-терри-терри. Музыка улиц, ёпта. От меня девушка сразу уйдет, я буду грустить. Эх. И собаку заберет. Да? А ты не отдавай. Не, конечно, Монику не отдам ни за что. Пай не переживет. Пай Петрович в шоке будет. Пай в ахуе уже, говорит, где, блядь? Уже подушки заебали меня. Так нет, блядь, надо сейчас подрастет она и погнали. Да. Шпицов на конвейер просто поставим и будем прям... Банчить сводить. Будем по сотке, ёпта. В Олимпийском выставку сделаем еще, продадим по $800. Что-то какая-то тут пидористия началась. Клан Света Тьма тут начался, короче, блядь. Энергия вуду.
Гандон кинул фанатов. Ох, ёпты, какой же плохой человек. Кинул фанатов, ёб твою мать, блядь. Какие же фанаты я кинул-то, ёбаная жизнь, скажи мне. Скажи мне, брат, скажи. Я пока подрачу, ёпта, на твою аватарочку. Фанат мой любимый. Артем там Пампушкин, ёпты. Василий, я там был, ёпты. Если ты не успел попасть, это я вообще не виноват. Ёпты, там до 7 времени у нас было. Так что, как говорится, Сань, хуй соси, ёпты. Тут это организационный момент, меня вообще не ебут, блядь. Кто там, чё, блядь. Мы не вошли, мы, блядь, вошли. Входите почаще туда, ёпта, вы, блядь, будете увидеть, ёпта. А будьте дрочить всю жизнь, блядь. Нихуя и не увидите. Охуенный, да? Вот он Suicide Boys слушает. Зачитаем это. Госмейн. Suicide Boys. Да. Нихуя он зачитал. White Power, гады, ёпта, вы чё там? Пеньюарчик смените пеньюар, ёпта. Гэй, гэй. Скажите, пеньюар, нахуй. Качите нахуй, ёпта. Надоели. Ну что, поговорим про Пушкина. Родился в 1975 году. Погиб от пули. От кожаной пули, ёпт. Или от камы пули, а хуй его знает. Не похуй, ёпт. Мне, блядь, такая тачка, ёпт. Понял, ёпт. Там только что нюхали кокс-то. Коксовали, бля, ёпт. На сегодня я, видите, на спорт-режиме, ёпт. Уоу. Вышел на улицу пробздеть с народом попиздеть. Да, шучу, я поеду сейчас пивка себе крафтового возьму. И буду как уебан дома дрочить и лежать на ваши ебаные. Отвечать на ваши вопросы. Гоу бухать, йоу, ну. Я уже заебался бухать. Вообще какая-то хуйня происходит. Карин, я не молчу, ты чё тут? Я просто тебя игнорирую тупо, но не молчу. Блядь, на улице пиздец, ёпта. Гангстеры ходят какие-то. За шмот предъявляют, блядь. Блядь, ты чё, говорит? А? О, видал, старички. Трансляция, да? Трансляция? О, стрички, давай. Хуяк, вот, все, и пиздарик. Давай, конечно. Давай. Пока. Гундосы, погодите секундочку. Прыгайте. Я буду стараться. Вот так вот, ёпта, пацаны. Идешь, так уйдешь. А тебе подошли сзади. Павел, ты, я говорю, ну я, ёпта, и чё нахуй. Они могли бы заткнуть свою ебало, блядь.
Я говорю, говна этот рэпсов, блядь, читай. Я говорю, окей, бэйби, и нахуй иди. Эх, запах кала, пиздата. Мой район. Да, я лысый хуй. Кепки спорт. А ты лед. Ты лед. Тебя мой друг ебет. Только это между нами, ладно? Сертификат качества поставь там на этот. Короче, мусора тормознули тачку. Там сейчас захват, бля, будет, смотрите. И нихуя не видно, да? Там происходит сейчас нарушение, правила нарушения. Регулировка справа, блядь, была. Вообще, ёпта, сюда идет, сейчас пись меня будет. Дядя, не бей, блядь. Всех тормозят, говорят, слышь, права есть, ёпты. Ты сосал, говорит, один пацан. И ему потом руки отрубили нахуй до корней, блядь. Коловичкой вы занимаетесь, мои друзья, блядь. Просто, блядь, я в ахуе, блядь, реально. Что-то меня заебало состояние, блядь. Заебало, блядь. Так, что там? В Ульяновску тоже привет. Эх, ребята, как бы вас жопу ебали на зоне, я не знаю, что как бы она выдержала бы такой напор, блядь. Напор пердежа, ёб твою мать. А я стою, и мне похуй, блядь. Ладно, короче, гандоны, ёпты, и их друзья, еблоподобные создания, я ухожу, но ненадолго, спорт всему голова, аутист вас ебал.